Questa cappuccetta che hai visto che in aria. Телепузики. Есть такие мультик. Угу. Угу.
все мороженое достаю. Я знаю. Эффект бабушки.
Слушаешь, выйдешь до мене на кухню, поможеш мені це? Я? Кого? Чого? Нет, чего? Я не доказал. Он начинает меня понимать. Когда тебе не дают доказывать и думает, что... Что еда не нужна. Нормально, в принципе. Сначала как вот ты понервничал, потом себя взял в руки, и все было хорошо. Она его дуже хвалила. Молодец. Сказала, не трогать. Это она так, для того, чтобы меня успокоили. Она сказала, он сам скажет, что ты лишь не надо не трогать. Я знаю, что ты не Що ж було, це стояло, нікому не мішало. Мені мішало. Чим воно тобі мішало? Ти мене щось попросила знайти, я перерив усе. Ну так поставили назад і О! Так, де чи з картошки? Робиш що? Мама ще на роботі спорить картошка. Ти чого? Замерзла. Ну, отож так холодильник зайчі включив. Це все там таке, да, замерзше? А то. Не пропаде. Коли вона приїде, собственно говоря? Хто знає? Давай сьогодні приїде. Ір, вона дозволить, що її як Давай лучше в тявунчик, давай лучше на плиту ставим. Вот всю штуку. Вот тявунчик пустите, это же масенький.
Духовки. Накривати. Что, можно полностью замерзнуть? Нет, по краю. Ну я... Собрать? Нет, подожди. Дай на секунду. Я забыл его переключить назад. Поднеси. Ведь просто сейчас холодильник, а чтобы ты не видел, он все замерзший. Чем кормить-то?